Начну я с того, почему именно эта община и какие у нее есть особенности. Понятно, что Московская хоральная синагога – это самая, собственно, известная в Москве синагога. Обычно, когда какой-нибудь совершенно светский человек решает присоединиться к еврейской молитве или какой-нибудь праздник, он идет именно туда, роскошные интерьеры, это известное здание в самом центре Москвы. А вот община, которая там есть, которая там сложилась за самые последние годы, последние буквально лет 10, довольно нетипична и довольно неожиданна для этого места. Община очень строго иерархична, она состоит из следующих групп. Во-первых, это раввины и члены семей. Во-вторых, это другие сотрудники общины, которые исполняют те или иные функции, связанные, во-первых, с управлением культом, во-вторых, с образованием. Это кантеры, это сойферы, те, которые переписывают священные тексты, лоэли, шойхет, учителя, репетиторы, которые готовят гиюру и, соответственно, члены их семей. Еврейские прихожане, которые работают не в общине, просто приходят туда молиться. И, наконец, категория соискателей гиюра. Между этими группами существуют очень четкие границы и очень четкое соотношение. Самая главная граница проходит между первой и второй группой с одной стороны и третьей и четвертой с другой стороны. Первая и вторая воспринимаются как ученые группы, они уделены гораздо более высоким статусом, занимают гораздо более высокое место в иерархии. И кроме того, они обладают потенциалом и правом, и более того, даже обязанностью учить представителей третьей и четвертой группы. Многие вещи, которые они высказывают, высказываются в модусе поучения, надо так, а не эдак. И надо сказать, что представители первой и второй группы с одной стороны и третьей и четвертой с другой стороны практически не вступают в браки между собой. Есть единственное исключение, я о нем чуть позже скажу. Первые две группы, раввины и другие сотрудники общины, довольно подвижны, их состав и их численность могут меняться. Раввины – это преимущественно люди, откуда-то приехавшие, не московские люди. И практически у всех из них на жизненном пути есть довольно долгое пребывание в Израиле, где они обучались в какой-нибудь ешиве. И, как это нередко бывает, такой вот чужак, приехавший из Израиля, немедленно повышает этим фактом свой статус. Кто-то может приехать, кто-то может уехать. У соответствующей религиозной конфедерации есть некоторая политика ротации, поэтому иногда в Московскую хоральную синагогу переводятся какие-то представители провинциальных еврейских общин. Самые большие изменения численности связаны с третьей и четвертой группой. Дело в том, что за последние примерно 15 лет численность третьей группы еврейских прихожан, которые не трудоустроены в общине, резко снизилась. Это связано с несколькими вещами. Там была исторически группа стариков, которые ходили на молитвы, их численность снижается, к сожалению, по естественным причинам. Какое-то количество людей просто уезжает в Израиль, и какое-то количество людей находит себе другие синагоги. Мне нередко случалось беседовать с представителями этой категории, которые говорили, я теперь хожу не сюда, а хожу туда, потому что здесь мне не нравится, потому что здесь не дружелюбная атмосфера, потому что здесь ко мне плохо относятся, потому что недружелюбная атмосфера ко мне плохо относится, потому что меня рассматривают исключительно как источник наживы. Так или иначе, есть действительно растущая неудовлетворенность еврейских прихожан тем, что происходит в синагоге, и руководство общины ищет какие-то компенсаторные стратегии. И главной компенсаторной стратегией стала ставка на соискателей гиюра и будущих геров. Если посмотреть на состав молящихся по большим праздникам, действительно, большие праздники, подавляющее большинство прихожан, это светские евреи, которые просто приходят в синагогу раз в год, два раза в год. По субботам подавляющее большинство находящихся в синагоге – это геры или соискатели гиюра. Тут важны, так сказать, две точки зрения. С точки зрения соискателей гиюра, именно Московская хоральная синагога представляет главное. Есть отлаженный процесс гиюра, достаточно ограниченный по времени, в конце которого происходит заседание раввинского суда, и через некоторое время после этого претенденты выдают свидетельство о гиюре, которое признает Израильское министерство внутренних дел. По каким-то хитрым причинам свидетельство о гиюре из этого раввинского суда, Московской хоральной синагоги, признаются в Израиле легче, чем из Хабадского раввинского суда. И это, безусловно,
влияет как на поведение руководства общины, так и на поведение желающих пройти ГИЮР. Если ты хочешь пройти ГИЮР для того, чтобы в дальнейшем уехать в Израиль, то тебе сюда. Это та дорога, которой тебе нужно идти. И есть личный фактор. В Московской хоральной синагоге есть два раввина, которые ведут процесс ГИЮРа, и они оба достаточно харизматичны, достаточно образованные и очень порядочные. Они привлекают к себе потенциальных прихожан. Могу показать и назвать. Это раввин Мейер Маневич и раввин Александр Зах. С точки зрения руководства общины, это, безусловно, возможность компенсировать утечку еврейских прихожан, и у них есть такая довольно сильная компенсаторная стратегия. Им нужно обеспечить наполнение молельного зала. Наполнять молельный зал с искателями ГИЮРа, которые еще не прошли ГИЮР, стратегия заведомо проигрышная. Поэтому свидетельство о прохождении ГИЮРа, которое, например, можно предъявить в израильском консульстве, которое выдает визу на въезд в Израиль, такое свидетельство выдается только через год после прохождения ГИЮРа. В результате чего в течение года человек обязан посещать все молитвы для того, чтобы это свидетельство получить, что обеспечивает, естественно, наполнение молельного зала вот этими людьми. Ну, кроме того, это обеспечивает определенную экономическую выгоду. За открытие дела берется довольно большой взнос, за учебу берется довольно большой взнос. На каждом этапе стимулируется выдача сдоки, выдача пожертвования, которое, Московская хоральная синагога этого не скрывает, которое распространяется, не распространяется среди бедных членов общины, она идет исключительно на поддержание храма. И, наконец, есть еще мощный пункт, это возможность составить конкуренцию Хабаду. Конкуренция с Хабадом – это болезненная тема для руководства Московской хоральной синагоги. Если Литвацкая конфедерация в 90-е годы очень успешно конкурировала с Хабадом на все государственные мероприятия, где предполагалось присутствие представителей разных конфессий, от иудаизма приглашали двух представителей – Шаевича, представитель Московской хоральной синагоги, Берлазар, как главы Хабада, то сейчас Хабад однозначно вытеснил в этом отношении Московскую хоральную синагогу. Хабад задействовал несколько очень успешных стратегий, про это очень подробно пишет Галина Зеленина в ряде работ об эпистемологии Хабада и об антропологии современной хабадской общины. Так или иначе, Московская хоральная синагога совершенно по всем параметрам проиграла Хабаду. В основном это связано, собственно, с политикой Пинхаса Гольдшмидта, фактического руководителя Московской хоральной синагоги, формально нет, которая оказалась недальновидной. В 90-е годы это было еще не очевидно, что она, кажется, не такой. У Хабада выстроена в Москве довольно мощная инфраструктура. Это структура школ, это структура ешив, это структура обеспечения потребностей прихожан, как физических, телесных. Есть несколько магазинов кошерной еды, есть целый район Мариной Рощи, где этих магазинов достаточно много, и они достаточно удобны. Есть целая инфраструктура кошерных кафе и ресторанов. У Московской хоральной синагоги есть ровно один ресторан, один магазин под лестницей и один мясной ресторан, одно молочное кафе, на низкое качество продуктов которых жалуются в том числе и сами руководители общины. Поэтому возможность хоть в чем-то превзойти Хабад для руководства общины страшно важна. Официально иудаизм различает, так сказать, два пути ГИЮРа. Это ГИЮР, который нужен для того, чтобы вступить в брак с религиозным евреем, ГИЮР Лешем Хидуд, и ГИЮР, который происходит, так сказать, по желанию человека, от чистого сердца, человек, который хочет приобщиться к вере, к иудаизму, потому что считает эту религию более правильной. Удивительным образом, среди соискателей ГИЮРа в Московской хоральной синагоге представителей первой группы крайне мало. Желающих вступить в брак с каким-то уже выбранным, так сказать, брачным партнером, который является религиозным евреем, очень-очень мало. В основном эти люди приходят из каких-то своих соображений, в результате каких-то своих довольно долгих духовных исканий, практически всегда в результате процесса, который привел к какому-то ощущению отщепенчества. И они надеются преодолеть это ощущение, пройдя ГИЮР. При этом надо сказать, что брачные соображения тут тоже имеют большое значение. В процессе прохождения ГИЮРа нередко завязываются знакомства, которые очень часто, практически сразу после прохождения ГИЮРа, приводят к браку. Среди соискателей ГИЮРа и вот недавних геров есть очень четкая имплицитная иерархия и есть очень четкое стремление к вертикальной социальной мобильности. Есть очень четкое представление об собственной, так сказать, непрестижности и о престижности тех, кто является соблюдающим иудеем с рождения или с раннего детства, о престижности тех, кто получился в ешиве, получил
конвенциональное образование, и есть очень четкое желание приобщиться вот к их обществу, войти в это общество. И из этого, в частности, следует очень низкая степень кооперации среди соискателей Гиюра, очень сильная их раздробленность, что, в частности, делает экономические стратегии руководства общины гораздо более успешными, чем они могли бы быть. Нет никакого профсоюза соискателей Гиюров, нет никакого желания отстаивать свои права, например. И то, о чем я буду говорить дальше, это символическое поведение соискателей Гиюров, соискатели Гиюра и недавних геров. Прежде всего, они руководствуются этим символическим поведением, продиктованным тем ощущением, которое я только что обозначила. Это стремление уподобить себя руководству общины и противопоставить себя, так сказать, неправильному обществу. Неправильное общество при этом концептуализируется следующим образом. Во-первых, это мир за пределами еврейских религиозных кругов, весь нерелигиозный, нееврейский мир. Во-вторых, даже в пределах еврейских религиозных кругов есть те страты, которые концептуализируются как носители неправильного иудаизма. Во-первых, это хаббат, при том, что догматические расхождения, в общем-то, очень небольшие. И во-вторых, это реформизм, с которыми догматические расхождения чуть больше, но нельзя сказать, чтобы они были настолько определяющими, чтобы никаких конфликтов с реформизмом нельзя было допустить. Противопоставление себя вот этим неправильным евреям или неправильному нееврейскому миру присутствует постоянно, я через некоторое время проиллюстрирую их. Есть подчеркивание своего отдаления от прежней жизни. Это гер прерывают связи со своим прежним кругом общения и приобретают новый круг общения, новых друзей. При этом в подавляющем большинстве случаев есть стремление приобретать этих друзей не среди равных себе по статусу, не среди других соискателей Гиюра или недавних геров, а среди тех, кто в этой общине уже достаточно давно и желательно занимает не какие-то должности, а особенно желательно раввинов. Получение нового образования, есть представление о крайне низком престиже светского образования. В частности, один из моих информантов говорил, все наше образование можно примерно приравнять к первому классу. Мы же не знаем, например, как действовать в такой-то религиозной ситуации, мы не знаем те или иные положения религиозного закона касательно того и того и того. Мы, можно сказать, можем себя сопоставить с теми, кто не учился в школе или кто закончил только первый класс, а вот те, кто получает еврейское религиозное образование, находятся на этой шкале гораздо выше. И, естественно, это приводит к тому, что своих собственных детей они отдают исключительно в еврейские религиозные школы, и при этом представление о том, что нужно заботиться и о получении светского образования, например, исходя из тех соображений, что оно может в дальнейшем дать какую-то продуктивную профессию, это представление практически отсутствует. Один из очень важных маркеров отхождения от прежней своей среды и присоединения к новой среде – это именно речение. При прохождении Гиюра человек принимает новое имя, и вот этот выбор нового имени очень активно рефлектируется. Соискатели Гиюра примерно за полгода до Гиюра начинают очень активно думать на эту тему, очень активно со всеми советоваться, расспрашивать тех, кто уже прошел этот процесс, какое имя они выбрали, исходя из каких соображений, и делиться своими представлениями на эту тему, почему они хотят именно такое имя, а не какое-нибудь другое. И, наконец, своим собственным детям они дают какие-то имена, которые точно так же совершенно четко обозначают принадлежность вот к этой общине, а не к какой-нибудь другой. Очень нередко прохождение Гиюра связано и практически совпадает со временем с созданием новой семьи. Есть представление, что прежние семейные отношения были неправильны, и теперь после прохождения Гиюра нужно обязательно создать новую семью, которая держится на правильных принципах устройства семьи. Это же представление транслируют соответствующие преподаватели, которые ведут занятия для будущих невест, будущих женихов, будущих семей. Вот несколько примеров. Это герские семьи и несколько имен, которые эти люди себе выбрали. Это целая семья, которая состоит целиком из геров. И вот своему сыну они дали имя Исроэль Мейер. Тоже семья. С тех пор эта семья разжилась ребенком, но ребенка зовут Довид Йойне. Вот один из примеров резкого... Ого! Да. Кибуц такой Айель Ташахар. Да, мы выбрали себе имя Айель Ташахар, потому что она хотела называться так же, как жена раввина Ешуваева, которую зовут Айель, но как-нибудь иначе.
Но при этом Аина Ташахар это очень как бы основа кибуцкого движения, то есть ничего более, так сказать, антиклерикального вообще представить невозможно. Неправда. Неправда, неправда. Не, я понимаю, но все-таки это уже как бы инициатива перехвачена. Неправда. В ультраортодоксальных иерусалимских школах есть девочки, которых так зовут. Ужас какой. То есть в современной израильской ультраортодоксальной практике это вполне... А, то есть это как имя Владимир, непонятно, то ли в честь равноапостольного князя, то ли в честь Владимира Ильича. Да. Понятно. Примерно так. И вот обычно, так сказать, переход маркируется резким изменением имени, и недавняя вера очень настойчиво требует от всех, чтобы их называли исключительно новым именем, ни в коем случае не тем именем, который записан в паспорте. В чем еще выражается подчеркивание своего отдаления от прежней жизни? Безусловно, отказ от прежних интересов, от прежнего круга чтения, от прежних культурных преференций, музыка, фильмы и так далее. Одежда, все предписания, касающиеся цнеот, касающиеся, так сказать, скромности в одежде, очень четко соблюдаются. Причем надо сказать, что те правила, которые, те закономерности, которые описывают американские исследователи соответствующих герских общин, главным образом это, так сказать, гипераккомодация. Геры стремятся перещеголять в этом отношении тех, кто является ортодоксом, так сказать, по рождению. Здесь не работают. Надо сказать, что эта община достаточно сионистская по своей ориентации, достаточно сильно ориентирована на Израиль, и они стараются скорее подражать тому, как одеваются израильские соответствующие круги, и не пытаются в этом отношении чересчур устражаться. Безусловно, гиюр сопряжен с изменением самоидентификации. Геры начинают идентифицировать себя с Израилем, нередко они хотят туда уехать, даже если они не хотят туда уехать, то они декларируют свое отношение к Израилю и, в частности, к арабам. У них просто очень резкий рост антипатии к арабам. И надо сказать, что таким же антипатиям подвергаются и группы населения, которые, так сказать, маркируются как нарушители заповеди. В частности, уровень гомофобии в московской хоральной синагоге совершенно зашкаливающий. И, наконец, декларация своей непринадлежности к внешнему миру. Одна дама, которая еще находилась в процессе гиюра, которая еще совершенно не являлась еврейкой вообще ни с какой стороны, говорила мне там, о той дате, на которую у нее назначен Равенский суд, это будет 3 апреля по их календарю. Да, декларация своей совершенно полной непринадлежности. У тех, кто стремится войти в общину или кто недавно в нее вошел, есть определенные маркеры вхождения туда. Это наличие собственного места или собственного шкафчика для вещей в синагоге. Очень высоким значением наделяются, например, право выхода к Торе, которое человек теперь получает, право надевать талит, право носить цицис. Получение личных приглашений, то есть включение в эту общину, включение в какую-то систему неформальных интеракций. Что важно, например, один из главных исследователей американского ультраортодоксального сообщества Хальман очень подробно пишет о сплетнях, как о механизме рецепропного обмена и как о механизме, собственно, включения в это ультраортодоксальное сообщество. Но если в американском сообществе это безусловно рецепропный обмен, то здесь вполне возможно неравные отношения. Человек, который недавно вошел в общину, вполне может быть получателем сплетен, не отдавая ничего взамен. Особый такой маркер новой принадлежности – это шутки. Шутки бывают, так сказать, двух категорий. Те, которые подчеркивают разницу между религиозными евреями и остальным миром, при этом обе стороны воспринимаются обратной стороны как смешные. Например, один из раввинов шутил об обряде ташлях. Ситуация, ну, обряд, который производится на Новый год, когда евреи подходят к реке и символически, так сказать, вытрясают грехи. А они, наверное, о нас подумают. Евреи пошли поклоняться водяному. А с другой стороны, те евреи, которые ничего не знают, или какие-то представители светского еврейства, тоже окажутся абсолютно смешными, которые что-то нарушают. Например, человек, который в Йом-Кипур желал помыться, воспринимается как, становится объектом просто невероятных шуток. И вот объектом шуток стал один из раввинов, который считается недостаточно религиозным, недостаточно образованным. Он не понимает, зачем нужен второй Йонтов, имеется в виду ситуация с праздником, например, Суккот или Песах, когда в Израиле праздничная
есть днем, связанным с очень большим количеством запретов, считается только первый день, а в диаспоре второй тоже. Он не понимает, зачем нужен второй йонтов, впрочем, зачем нужен первый, он тоже не понимает. А с другой стороны, есть куча шуток, которые основаны на обыгрывании знаний исключительно для внутреннего пользования. Если ты можешь понять эту шутку, ты свой. Например, один из анекдотов такой. Если мою собаку зовут Макдиль, то как я должен к ней обращаться в субботу? Эта шутка основана на знании канонического текста «Берката Амазон», благословение, которое читается после трапезы, где в пятом благословении есть разные формулировки. В будни произносится «Макдиль Ешуа», в субботу и в праздники произносится «Мигдой». И еще одно, так сказать, знание для внутреннего пользования. Жена раввина, кормя дочку на Песах, какой-то кашей, состоящей из китниот, то, что ашкеназам запрещено, долго повторяла шутку, что теперь ее ашкеназ замуж не возьмет, потому что в пятимесячном возрасте вот она ела рис, положим, кашу на Песах. И, наконец, один из маркеров, которые очень подробно рассматриваются в соответствующих работах, это язык. Изменения в языке, использование каких-то новых слов и выражений. Надо сказать, что регистр аналогичного английскому регистру «Шивиш», так сказать, в русском узусе еще не возникло. Но, тем не менее, есть представление о языке как о маркере отличия. Например, одна из дам функционеров общины, как-то ей случилось посмотреть фильм про Гарри Поттера, она была преисполнена впечатлением на эту тему и делилась со всеми остальными. Ее очень впечатлил эпизод, когда Гарри Поттер попадает в дом волшебников Уизли и с удивлением обнаруживает, что то, что является абсолютным common knowledge для всех вот участников ситуации, для него непонятно. И она говорит, ведь у нас же точно так же. Люди, которые выросли в ультраортодоксальной среде, знают все это с детства, а те люди, которые проходят гиюр, этого не знают. И особенно, говорит она, слова, особенно это выражается в языке. Те вещи, которые, те, например, языковые клише, которые используют люди, выросшие в это общение, действительно отличаются от того, что привыкли использовать люди, не входящие в эту общину. И, разумеется, процесс гиюра сопряжен с изучением этих клише и их освоением. Умение читать на иврите как необходимое требование совершенно не рассматривается. Умение читать на иврите необходимо только для мужчин, которые претендуют на обладание каким-то высоким образовательным статусом. Это совершенно не обязательно для прохождения гиюра. Зато освоение и использование отдельных слов из иврита и идиша важно. И отдельных языковых реакций. Например, когда кому-то сообщается, что вот там у кого-то, у какого-то раввина жена, которая родила 14 детей, от членов общины требуется определенная языковая реакция, которая маркирует принадлежность или непринадлежность. Эта языковая реакция – это слово «цадика» – «праведница». Соответственно, если вы так не реагируете, то вы декларируете свою чуждость к этой общине. Вот, более-менее, все, что я хотела сказать. Большое спасибо. Спасибо. Можно? Скажите, поскольку я не в курсе, а посещать могу только женскую галерею, а что, проходящие гиюр, претендующие на гиюр, они, но еще не получившие, они что, могут посещать службы? Конечно, они посещают. Посещают? Да, они посещают. В кипот, и в талсах, то есть это им не запрещено. Но они же не принадлежат. Их нельзя учитывать в миньяне, но они вполне могут при этом присутствовать. Как слушатели. То есть, да, из них, так сказать, практической выгоды извлечь нельзя, но при этом для прохождения гиюра их присутствие на молитве обязательно отмечается. Раввин, ведущий гиюр, обязательно оглядывает аудиторию, отмечает, кто сегодня прогулял, кто сегодня был. Это на женской галерее я вижу их много. На женской галерее, да. На женской галерее такое забавное разделение. Дело в том, что жены раввинов и жены других функционеров общины по рядовым субботам в синагогу не ходят. Они в этот момент находятся дома, во-первых, сидят с детьми. С детьми очень тяжело преодолеть путь до общины, даже если этот путь не очень длинен, занимает, скажем, 20 минут. Конвоировать группу из 8 детей по морозу довольно трудно. Поэтому они предпочитают оставаться дома. И они заняты сервировкой стола, подготовкой трапезы, которая будет после этой субботней молитвы. Поэтому на женской галерее в обычную субботу присутствуют две категории людей. Первая – это пенсионеры, которые являются посетителями благотворительных обедов. Условием для получения благотворительного обеда является необходимость отсидеть молитву. И они обычно декларируют, так сказать, свою непринадлежность к происходящему, они просто сидят, разговаривают между собой, не участвуют в молитвенном процессе. Не участвуют. Другая категория
Это люди, которые твердо знают, что нужно в какой момент сделать, когда нужно встать, когда нужно сделать три шага назад, три шага вперед, что читается про себя, что читается вслух, которые умеют ориентироваться в молитвеннике и умеют хорошо перекодировать, так сказать, устные письменные сигналы, то есть когда ведущий молитвы произносит какие-то последние слова, допустим, псалма, они понимают, в каком месте молитвенника это находится, это либо недавний гер, либо соискатель его. Только? Да. Вы знаете, что я просто... В мужской части это иначе. В мужской части есть и... В мужской части есть представители всех четырех групп в обычную субботу. Вы знаете, я... Просто мне пришлось... случайно. Я разговаривалась с дамой, которая сидела рядом. Емки упала. И она мне сказала вещь, которую можно было бы услышать, наверное, от кого-то про вас. Ну, я не знаю, но во всяком случае... Она говорит, вы знаете, я так себя плохо чувствую вообще. Там я болею, у меня все болит. А вот я все время, я прихожу сюда, посижу, и боль проходит. Да, у них есть представление о, так сказать, намоленности, да, есть, да, есть, да, определенные магические практики. И надо сказать, вот это вот... исполнение магических практик во всеувидении достаточно популярно среди геров, и это одна из вещей, с помощью которой демонстрируется новая принадлежность. Эта дама была, это была сравнительно пожилая дама, и она была не гер. Хорошо. Саша, вопрос, пожалуйста. Я слушал, потому что сначала право носить талит. Я не очень понимаю, ведь на талит, в принципе, не распространяются никакие запреты, но, видимо, там используются как знак. Да? И второй вопрос, вот присутствуют ли в общине, ну, какие-то следы бней ног, движения бней ног, людей, которые себя окружают? Движение бней ног в общине есть. У них есть отдельная комьюнити в синагоге, и есть даже... Да, в этой же синагоге. И раввин, который возглавляет департамент гиюров, возглавляет и отделение, так сказать, бнейноах в этой синагоге. Некоторое время у них был такой довольно странный брачный альянс с движением Шахар, но, кажется, с тех пор они разошлись, потому что Шахар стал восприниматься как слишком светский, слишком реформистский, слишком чересчур сионистский даже для этого. Для этой общины. А что касается Талиса, да, формальных ограничений нет, но, так сказать, визуальные ограничения таковы, что собственный Талис человек заводит себе только после гиюра. А в Бейнох туда в основном ходят люди, которые евреи, просто не в Малахе, или действительно не евреи совсем, или какие-то нееврейские супруги? И те, и те. Там прям есть этнические неевреи. Да, этнические неевреи там есть, и, собственно, среди соискателей гиюры этнических неевреев подавляющее большинство. Ну, это, да, это понятно, но Бнейноах это более экзотическая штука. Да, Бнейноах более экзотическая штука, но там тоже людей, которые не имеют отношения к еврейству, так сказать, по крови, их там тоже большинство. Но они по браку. Нет, они скорее по призванию. Есть, например, дама, у которой позывной в Фейсбуке Батноах. Эта дама работала некоторое время продавщицей в книжной лавке синагоги. Она себя называет Батноах, она совершенно вот не имеет никакого отношения к категорическому. А статус у них какой вообще? Они крайне низки в этой иерархии. Как и соискатели гиюров, которые составляют абсолютное большинство. Саш, а есть какие-то взаимоотношения с этой грузинской общиной, с горской общиной? У них даже молельные залы другой? Да, у них молельные залы разные. И, ну, например, в книге Саши Голубов, которая обследовала эту общину, написала о ней, опубликовала о ней книжку в самом начале 2000-х, а, насколько я понимаю, первый ее визит был когда-то в начале 90-х. Третьим, что ли. Насколько можно понять, вот в те годы эти общины были достаточно жестко друг от друга отделены. Они были вынуждены делить вот это помещение, и эта необходимость делить так или иначе представляла для всех дискомфорт. Сейчас это не так. Сейчас эти общины достаточно тесно переплетены. Например, Хевра Кадиш, в которую обращаются абсолютно все, в том числе ашкеназы, и в первую очередь ашкеназ, просто потому что их больше, возглавляется горским евреем, который
иногда ходят в горский зал, иногда ходят в основной зал, представители грузинского зала иногда проводят отдельные молитвы в субботу после основного богослужения ашкеназского, иногда у них есть отдельные молитвы, и у них отдельный дресс-код, в частности, на Йом-Кипур приходят женщины, у которых совершенно отдельный головной убор, такая небольшая круглая кружевная салфетка, которая прикалывается к волосам, что с точки зрения ашкеназа совершенно неприемлемо. Но в основном они просто участвуют в ашкеназском богослужении, их все знают, они все знают, они принимаются. Нет, вообще нет. 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 Еще вопросы, пожалуйста. Тогда можно у меня вопрос. Ну, как мы вообще знаем, так сказать, из разных источников, да, вообще говоря, есть два способа позиционирования геров и с точки зрения их самих, и с точки зрения даже иногда внешнего еврейского мира, да, ну вот там, о котором ты сейчас говоришь, то есть это некоторые, так сказать, абитуриенты, которые стоят на самом нижней ступеньки лестницы, там пирамиды, да, или наоборот представление о том, что геры имеют, так сказать, особую религиозную заслугу, потому что, ну, ты родился евреем, ну, что, так сказать, повезло, какие дела, да. А вот человек, который своим умом, так сказать, повторил путь про отца Авраама в некотором смысле, да, и, так сказать, открыл для себя, так сказать, творца, а вот он как бы такой особенный, замечательный человек. Вот, и мы знаем много исторических примеров такого взгляда на геров и изнутри, так сказать, самого сообщества геров и извне. Вот такой, так сказать, точки зрения, что у них есть какая-то такая особая, особый, так сказать, вкус такой. Я бы сказала, что вторая вот эта точка зрения используется как риторическая фигура. Ну, то есть она вообще звучит как? Она иногда звучит, она иногда декларируется, например, для того, чтобы быть лучше воспринятым ашкеназской аудиторией. Так сказать, такая формула лести или такое необходимое упаковочное средство, чтобы твоя дальнейшая высказанная интенция была воспринята герским сообществом. Но это никак не коррелирует с реальной какой-то иерархией общения. И второй вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что, ну, нехорошо, не получается хорошо сформулировать. Нормальные синагоги, да, как бы, я образно хочу сказать, что ваша московская синагога ненормальная. Значит, как-то так. Да, в нормальной синагоге нам очень трудно отделить, ну, так сказать, писанную галаху от того, что от того плохо формулированного, но совершенно очевидного облака поведенческих реакций, практик и так далее, что можно было бы описать таким мутным словом этничность. Да? В общем, у нас как бы, вот мы понимаем, что вот, вот есть какие-то этнические ужинки и прыжки. Правильно ли я понимаю, что вот в силу той специфической ситуации, которую ты вот излагаешь, это синагога, вообще говоря, какой бы то ни было этнической компоненты, ашкеназской совершенно отмыта? Нет, нет, совсем нет. Я бы скорее трактовала это не как ашкеназскую специфическую этническую компоненту, а как, так сказать, специфическую этноконфессиональную компоненту ашкеназского иудаизма в Израиле. То есть принесённую вот таким... Да, принесённую таким достаточно хитрым путём. То есть не автономная, так сказать, from the grassroots, такая, как бы сказать, способ жизни, вот в Ювенте такой вот, да, вот, который был при тех стариках, которые уже как бы их и нету, да? А вот так вот, значит, кружным путем привезем. Да, здесь, как и довольно много где, случилось такое вытеснение местной традиции в 90-е годы путем просветительских усилий. То есть наследование, а заимствование? Да, и чужая традиция имеет более высокий статус, чем своя собственная. Заграничная традиция имеет более высокий статус, да. Многие еврейские старики вспоминают, что было, и многие раввины говорят об этом. Главным образом они отмечают, что тот иудаизм, который исповедовали вот эти старики, последних их представителей мы видим сейчас, это всегда компромиссный иудаизм. Ну, например, скажем, на Песах была какая-то маца, но все равно она была испечена неправильно, потому что мука, которую присылало государство, была получена путем влажного помола, а это значит, что законы, связанные с, ну, с хлебом на Песах, были нарушены в данном случае. И вот такой компромиссный характер подчеркивается на всех стадиях. Вот интересно, вот, Валер, вы говорите, вот синагога, да, вот, там, вот, да, и синагога, в Москве много синагог,
Нет, ну, да, это далеко не единственное. Я понимаю, но про проблемы проблемы сегодня. Значит, Марина Роща, да, Бронная, Отрадная. Более того, на какой-то там, я помню, Симхат-Тара, я вдруг вижу, что очень мало народу. Угу. Мне сверху видно все. Да, на Симхат-Тара мало. Я смотрю, что я спросила у этой старости еще, что такое, почему, где народ? Она говорит, вы знаете, но народ сейчас, поскольку открылось очень много молельных домов в шаговой доступности, то, ну, что она мне сказала, там 150. И народы ходят туда. Ну, 150 это... Ну, окей. Валер, это может быть квартира, понимаете? Это не отдельно стоящее здание. Это просто вот может быть... Нет. Я вот смотрю, что наш Толя Воробьев уж какой, так сказать, он не ходит. Он ходит в Jewish Campus, это там неподалеку. Действительно, вот эти вот эти миньяны шаговой доступности... А их... есть везде кошельные секреторы, в каждой квартире меня тоже приглашают. Периодически. А, это Ледор Вадор. Мы ушли из академического поля в нашу личную жизнь. Осуществление наших практик. Да. Действительно, нет, дальше просто может быть сравнительный анализ разных синагог. Можно я немножко про это скажу? Действительно, открытие вот этих миньянов шаговой доступности, их в Москве, я не знаю сейчас точного числа, от 20 до 30, их число колеблется. Их много, и они действительно более-менее шаговой доступности, и для подавляющего большинства евреев, это, которые пытаются соблюдать разные субботние предписания достаточно жестко, это единственный способ и дойти в субботу до синагоги, и при этом ничего не нарушить, потому что это действительно близко, не обязательно ехать на чем-нибудь. В частности, вот недалеко от моего дома есть такая синагога шаговой доступности, мне до нее идти минут 35 приблизительно, она находится на метро «Аэропорт». Там... довольно забавная тоже история, там довольно светская конгрегация прихожан, практически все грузинские евреи, и раввин Хабанник. То, что раввин Хабанник, это важно, вот это вот создание местных миньянов, это инициатива Хабада, и в этом отношении тоже Московская хоральная синагога абсолютно проиграла Хабаду. И это действительно один из факторов, который способствовал оттоку еврейского населения, так сказать, еврейских молящихся из Московской хоральной синагоги. Ну, я прошу прощения, Саша, это техническое замечание, в силу там разных исторических причин. Симбиоз грузинских евреев с Хабадом насчитывает существенно больше 100 лет, так что на самом деле это не национальное, не экзотическое, потому что там есть некое понимание. Свет, был вопрос? Ну, у меня скорее такой комментарий по поводу того, что вот это добавление к тому, что сказал Валерий Аронович, вот эта вот идея про то, что есть какая-то там, условно говоря, иудаизм, который такой Грасс-Рутс, который вырос там, не знаю, от бабушки из советского времени, но мы же почти во всех общинах, даже таких очень вот типа Могилева, вот совсем, казалось бы, таких, ну, в смысле, очень на земле, не знаю, как правильно сказать. Этнографических, вот. Мы все равно наблюдаем вот это вот привнесение и вот эту иерархию, про которую ты говорила. Но здесь это просто настолько ярко выражено и настолько, ну, очевидно. Здесь есть приложение подчинения, которого нет в Могилеве, например. Наверное, да. В Могилеве другая иерархия, она по-другому. Вот, и вот эти вот выстроенные иерархии новеньких, стареньких и так далее, ну, почти, не знаю, в любой синагоге большой, в большом городе, она все равно будет. И на самом деле мне интересно, потому что тут я этого вообще не увидела, куда в этой иерархии попадают вот эти вот старички, которые всегда там ходили, которые все равно есть. То есть их, наверное, здесь просто меньше, а, например, в Мариной Роще их просто больше. Они были там, не знаю. Их сейчас действительно довольно мало, но, например, на утренних молитвах в будние дни они составляют большинство, потому что соискатели Гиюра – это люди, работающие в подавляющем большинстве. И это люди, которые просто не могут приходить на утренние и дневные молитвы, потому что они в этот момент находятся на работе, они прочитывают эту молитву индивидуально дома. На молитвенное собрание, которое происходит там между 8 и 9, когда все едут на работу, приходят в основном вот эти еврейские старики. Но они в этой иерархии находятся, собственно, в третьей группе среди тех евреев, еврейских прихожан, которые не занимают должности в общине. Просто, ну, я вспомнила ситуацию Черносов, когда старички все равно продолжали ходить к Ахманскому, насколько я понимаю, и не пришли к раввину из Израиля. А у него была своя группа, и там это расслоение было устроено по-другому. Но там при этом было осознание собственной ценности. У нас есть своя традиция, которая совершенно ничем не хуже, чем хабадская традиция, занесенная к нам из Израиля. А здесь осознание вот этой собственной ценности. Есть. Нет.
совершенно. Тем более некоторые представители вот этой вот около синагогальной общины, которые ходили туда испокон веков, достаточно светские, и они воспринимаются как люди, не обладающие достаточным уровнем учености, достаточным уровнем религиозности и соблюдения. В частности, пресловутая старая стиха, которую вы упомянули, она умерла год два назад. Она, в общем, ничего особо не соблюдала, но была таким маркером вообще. Да. И разумеется, вот это вот представители, так сказать, новой силы относились к ней свысока. К ней? Да. А она сама ко всем относилась свысока.